речкой. Не, мне рис с речкой, мне вот, мне кадей. А тебе подремно только в семье. Конечно, потому что мы не знаем, что делать завтра. А терминал работает? Нет. Цены мы не подняли, работаем по тем ценам, как и были. Я буквально сегодня созвонился с Краматорском, на базах товар есть. Меня рады были ждать, но воздушная тревога, люди просто не вышли на работу, боятся. Готовы сами поехать купить товар, завести, чтобы город хоть что-то получали животные. Но в связи с военной ситуацией нам сказали пока стоп. Запасов в нашем магазине хватит дня на два, на три, не больше. Ого, Наталья Ильинична. 450.